Всем привет! Вы на канале Waste TV, и это новое шоу Comment Out. И сегодня у нас в гостях. Она не выговаривает R, но все же разобьет твое сердце. Малика Хафизова! Он любимец всех девушек, но обижается, когда его зовут Бахадыр. Бахтиер Мамаев! Итак, давайте я вам кратко напомню условия нашего шоу. На столе две карточки. Комментарий и наказание. Участник должен решить, написать дурацкий комментарий под постом в Инстаграм, либо согласиться сделать дурацкое наказание. Если участник соглашается опубликовать комментарий, получает 2 балла. Если же выполняет дурацкое наказание, то получает 1 балл. Итак, и в конце у нас имеется финальное наказание для того, кто проиграет и наберет меньше всего очков. Донно Зики, Суефа. Сейчас, да? Да. Чё? Первый ножницы. Кто будет первый, начнёт. Окей. О, Малика? Так сказала не ставить. Читай. Финальное наказание. Я разучилась читать. Сосули. Засунуть в рот 5 чупа-чупсов и рассказать стих с выражением и чётко. Читать? Читай. Но я же не проиграла ещё. Читай. Мы все... Везде, всегда, кто в детстве лишек, кто поныне. Нет, нет, читай, как написано. Мы все зазем, везде, всегда, кто в детстве лишек, кто поныне. Беда была бы не беда, когда в зале только вымя. А мы зазем за годом год, за часом часто, того не знаем. Маломальски, кто могуч, дает сосать тем, кто слабее. Те устраивает путь, когда совсем... Осатанеет. Вот. Это финальное наказание, так что старайтесь не проигрывать, потому что у вас во рту еще будет 5 чупа-чупсов. Отлично. Все, начинаем. Кто первый? Баха? Да, Баха. Давай, давайте перемешаем, чтобы не было такого, что да, кто-то что-то подтасовал. Все. А, 4 все. А, окей, найс. Всего 4. Давай, бери наказание, Баха. Так, выпить жидкость из передачи Truth or Dare. Окей. Спасибо. Либо пишешь комментарий. Либо коммент. Тамби, это ты? Это что? Это типа заголовок? Это название. А, так, написать комментарий под последнее фото Мухаммада Атаева. Мухаммад напоминает мне одного из резидентов ЧБД. Жаль, что там Бини из Самарканда. Мне кажется, это... Это жестко. Я думаю, лучше выпить... По-моему, нет. Да. Нет? По-моему, ну, давай сначала посмотрим, ну, как посмотрим, оно да. выглядит да, и да. что мы туда положим. Консистенцию. Итак, сейчас мы с вами приготовим нашу гадость. Так, берем лимонную кислоту. Ладис Бауэр. Перец! Красный молотый! Так, ну ты посмотри. Гордон Рамси. Ух, какой запах. Ой, я сейчас чихну. Так, айран. А можно просто пописать, да? Так, нам пока... Надо, кстати, перемешать. Напомнили, что его можно перемешать. Да. Я небольшой любитель айрана, поэтому не знал. Вот такие. Тут у нас извержение. Так. Реально, вы шпите, да? Как... Так, сою. Подумай. Ложечку соли. И... А, ты соу бьет? Несквик, да, да. Да. Все? Да. Почему сразу я? Давай, выбирай сначала, наказание да, комментарий. Выберу комментарий. Блин. Почему клубничный? Там же шоколад был. Чего ты такая? А да? У них ходовой просто. На запах это просто ужас. Очень вкусно, спасибо. Это просто ужас. Ну что? Что решили? Комментарий. Ты уверен? Конечно. Ты понимаешь, какие проблемы будут потом у тебя? Будет никаких проблем. Ты уверен? Да, я уверен. Какую фотку выбрать? Под последней фотографией. Под последней, да? Последняя. Ну написано же. Писать комментарий под последним фото. То еще какая фоточка там. Так. Может, мне пока пить? Нет. Нет. Он еще не отправил комментарий. Ты точно уверен? Я уверен. На все 100%. 100%. 100%. Мне не жалко.
Не жалко чего? Своей жизни? Написать коммент. Это наоборот увеличивает же аудиторию. Бла-бла-бла. Да. Типа я звезда, пишу комментарий ему. Звезда. Ну, кто тут еще звезда? Ладно, ладно. Все, давай. Отправляй. Ты уверен? Да. Почему? Ты должен отправить? Ну ладно, давайте. Я просто... Я покинем лайк. Отлично. 2 балла у Бахи. Переходим к Малике. Если ты хочешь один призовой балл, то тебе нужно выпить вот это вот. Я тоже. Вот, сытно, айран. Писательно. Соя. Писательно завтра. Несквик. Как раз пронесет. Для похудания самое то. Ну, я что, хочу похудеть. Блин, 1 балл. 1 балл призовой, чтобы не выполнять финальное наказание. До конца? Да, блин, до конца. До конца, пожалуйста. До конца. Пожалуйста. Ладно, я готова. Давай. Какая честь. Фу. Ну хватит. Давайте поддержим Марику. Итак, счет после первого раунда 2-1 в пользу Бахадыра Мамаева. Записать сторис и выложить, где ты с серьезным лицом, которым ты говоришь следующие слова. Я хочу вам признаться кое в чем. Вы, наверное, и сами догадывались. Мне нравятся мальчики и девочки. Идеально для тебя. Ты должна сказать девочки. А, я? Да. Он должен будет сказать мальчики, если он будет выполнять. Хорошо. Все. Так, и комментарий. Цени. Все, мне плохо. Да, ну, написать... Так, собаку съел. Написать комментарий под последним фото Павел Ким ПК. Здравствуйте, Павел, у меня есть замечательная идея для вашего YouTube-канала. Давайте вместе запишем ASMR ролик, как мы едим собаку. Мы с YouTube делим на двоих. Итак, что ты выбираешь? Ну, я думаю, он не обидится. Он прикольный, классный. Думаю, это стоит... Да, я думаю, это стоит. Я пишу. Ну, смотри, я думаю, что... Ну, уже несколько раз шутили над этой шуткой с ним, так что я не думаю, что он обидится. Я слышал, как он в Интернейшн перешел, он уже... Не тот человек. Это уже не тот Павел. Да. Это уже совсем другой Павел. Совсем другой человек. Он отказался от поедания собак. Блин. Ну ладно, смотри, тут как мы едим собаку, мы вместе, значит, я как бы тоже. А ей можно будет удалить потом? Нет, он же говорит. А, нельзя? Ну ладно. Ну, типа я с этим соглашаюсь, но это лучше, чем то обзывать там человека. Да что с там не так? Нет, все нормально, мы не дискриминируем. Да, я пишу. Блин, это видео Intonation. Вот о чем я и говорю. Ну, один из комментариев не так много просмотров, 725. Ну, он увидит этот комментарий. Ну, он его оценит. Ничего страшного, ничего страшного, посмеется. Сколько еще там комментариев? 11. Немного. Он как бы популярный, но не настолько. Никак ты. Никак мы. Никак ты. Ну, ладно. Я сейчас шучу, я не чествую. Ну... Да, серьезно. Ну, смотри, у тебя
на кону репутация своя, либо испортишь отношения с человеком. У меня и нет отношения с этим человеком. А вдруг он станет завтра... Вы про дружеские. Послом Кореи в Узбекистане. Не поеду в Корею, поеду в Китай. То есть для тебя корейцы и китайцы это японцы? Нет. Логика. Я пишу, все, я пишу, ребят. Я не хочу вот это выполнять. Окей. Покинь, он мне скажет, да, давай запишем. А, передумала? Ну, смотри, собаку можно игрушечную, либо из пирожного игрушечную сделать. Собачку съесть. Либо в виде торта собачку. Какую? В виде торта. В виде торта? А, просто R не выговариваешь, поэтому не понятно. R. Все, я, все. Отлично. Итак, Баха. Ну, ничего. Все. Блин, у меня имя, фамилия написано, ладно. Итак, Баха. Так, 6, 9, 7, 8. Выполнишь сюрприз? Нет. Обрадуешь своих фанаток? Я не хочу, нет. Знаешь, как они... Это... Потом они деньги обрадуются. Да, не надо, зачем? Я люблю мальчиков. Вот, типа, репутация или бал. Ну, в Вести никто тебя осуждать за это не будет. Я знаю. Мама. Мы тебя... Мама будет осуждать. У тебя мама подписана. Да. Мама, сестра, все родственники такие. О, а мы догадывались? Все. А мы догадывались, что он не такой, как все? Подождите, вода есть. По итогам второго раунда 3-2 в пользу Малики. Перманентным маркером нарисовать себе усы и не стирать их до конца программы. Ну, у тебя и так есть усы. Да. Easy way. Либо написать комментарий под последним фото в iTunes, скину в LS, свои откровенные фотки. Пишите в ТГ. И оставите зернейм. Там еще фото его последнее есть на страничке. После Culture Day, да? Отлично. Это мощно. Ты напишешь этот комментарий? Я напишу, да. Скину... Skin the Culture Day, White Uni. О, они еще чекают, знаешь, каждый раз? Какое направление, Бах? У тебя очень сложно. О, она у тебя будет, знаешь об этом? Она будет что? Она будет у всех. Нет, у меня не будет. А ты о ком вообще? А кто ведет? Да ёпарас это. Она будет у всех. Смотрите, 8 февраля кино. Она будет у всех! Она будет у всех. Скину в ЛС свои откровенные фотки, пишите в ТГ. Точечку. Юзик, оставь тоже. Оставил. ТГ. Да, оставил. А, да? Да, все. И как люди найдут тебя? Ну, окей. У тебя очень сложный юзернейм. Отлично. Да, они скопируют и все. Вот. Отлично. Так, Малика. Ну, оставь. Не хочешь обзавестись такими же красивыми усами, как у Бахата? Нет, вот это я не хочу не делать. Тогда у меня одинаковое количество баллов. У вас будут... Нет, не хочу это делать. Нет, я не знаю, что. Не хочу я это делать, все. Все, не надо, зачем? Он тебя обгонит? Нет. Он тебя обгонит? Нормально. У него будет 4 балла, у тебя 3. Тогда останется. Нет. Не останется. По итогам третьего раунда у Бахи 4, он вырвался вперед, а у Малики 3. Что, одна карточка осталась? Да. Да, и все. Потом будет супер раунд. Ой, сделать эпиляцию рук с помощью скотча. Написать комментарий под последним фото с Айдифа. Вот ты был топ-президент, не то что Измайлов. Блин, это жестко. И отметьте Измайлова. Отлично. Блин, а что вы гоните? Что для тебя дороже? Твои волосики? Или... Или волосики. Или волосики Измайлова. Так, хорошо. Или твои отношения с SU-президентом? Дружеские? Я пишу. Пишешь? Да. Точно? 2 балла. Он обидится? Ради победы. Это уже 100%. Ай, не страшно. Вот ты был топ-президент. Не то, что Измайлов.
Все, я пишу. Ну он не виноват, это карантин, все. Это все карантин. А с чего вы взяли, что я соглашаюсь с этим? С чем? С этим. Ну тебе же баллы так нужны. Ты же, да. Ну сказала. Да, но я же не соглашаюсь, я всего лишь пишу. А, ты говоришь, свой, ну окей, да. Типа мое внутреннее. Свое мнение. Да, да, да. Ну конечно, все. Это не внутреннее все. Согласие. Ради баллов, ну, ты, давай. Ну ты да, уж, все. Конечно. Все. Сделано, а мне давайте депиляцию. Так, сделать. Покидь, да. Сейчас онлайн такой ответит. С помощью скотча. Несите скотч. Как раз рука у нас волосатая. Да. Ты будешь исполнять? Ты должна. А я? Конечно. Ты давай. Клей. Не сильно. Мы же, у нас же нет обид, да, вроде? Вот так. Я не обижаюсь. Нет, лучше вот так. Ни на что не обижалась. Ты что? А есть зубами. Ну давайте. Я сама. Имя? Нет, почему там нет такого пункта? Ну там нет такого пункта. Давай ты сам. Чего не могут эти женщины? Я не женщина. Она девушки. Она не женщина. Она посудомойка. Она не прочтет ей сказку на ночь, ведь она не женщина. Она посудомойка. Она тигрица, которая моет посуду. Что такое злое? А все, дверь точно мне хана. Ну, нормально поставь. Да ну, скотч не так сильно. Ну? Ого! Идите вы. Покажите в камеру. Волос много. Можно это оставить на память, я продам потом, когда ты станешь знаменитым. Оставь. Итак, по итогам четвертого раунда у нас ничья. По 5 баллов. И мы переходим в супер раунд. Очередь за Бахой. Чё так много? Если не поднимает первый контакт, звонишь второму. Второй, третий. Регина, о боже мой, давай ты это второй звони. Нет, если не поднимает. Так. Читай, вслух. Звонит. Контакты Регина Садыкова, бла-бла-бла, это нам не нужно, да? Нет. Здравствуйте, есть. Можете сейчас говорить? Меня зовут Бахтиор. Можете называть меня просто Баха Топ. Гитарист группы The Bass, знаменит в узких кругах. У меня скоро будет сольный концерт в Централ Парке. Я хочу, чтобы вы нарисовали и держали плакат, на котором написано «Баха, люблю тебя». И кричали «Баха, топ!». Как у вас со временем 5 февраля? Без смеха, чтобы человек поверил. Там ничего такого нету. Да не то, что писать, типа, вы не то. Кто такая Садат Газиева? Это... Скоро узнаешь. Витя Курс. Скоро узнаешь. Скажу так. Mm. Если не знаешь, скоро узнаешь. Либо у нас есть наказание. Знаете, приют в жизнь для бездомных собак 100 000. 100 тысяч сумм. Там да? Скинуться хотели. Приюту. Да, у нас тут схема. Командная работа. Давайте я все-таки позвоню. Позвонишь? Да. Ну и задоначу тоже. И задонатишь тоже? Но только не по вашим правилам, по моим. Сделаем рандомайзер от 0 до 100. О-о-о. Пожалуйста, это же все собакам пойдет. Я только за. Каждый будете нормально кушать. Я собак не ем, в отличие от некоторых людей. Звони. Че, покинь сам байл. И теперь заработал интернет. Связь заработала. Алло, здравствуйте. Можете сейчас говорить? А, это кто? Меня зовут Бахтиор. Можете называть меня просто Баха Топ. Я гитарист. Я гитарист группы The Bass. Вы знаете, наверное, группу эту? Знаменит. Да, знаменит в узких кругах. У меня скоро будет сольный концерт в Централ Парке. Я хочу, чтобы вы нарисовали и держали плакат, на котором написано «Баха, я люблю тебя».
и кричали «Баха топ». Говорились. А? Я слышу сама себя. Что-что-что? Повторить? Нет, я сейчас сама себя слышу. Вы на громком стоите? Да. Ну, смотрите, как у вас со временем 5 февраля? Отлично, отлично, спасибо. Ну вы же нарисуйте на плакате «Баха, я люблю тебя». Нет, я не смогу нарисовать «Баха, я люблю тебя», потому что мой возраст это не позволяет. Хорошо. Ну хотя бы покричите «Баха топ». Конечно, было бы отлично. Вы мне можете на телеграм тоже написать? Обязательно, обязательно, я напомню вам. Спасибо большое, спасибо. Я приду с подружкой. Да, до встречи. Все, хорошо, до свидания. Самый светлый человек. Я сказала. Спасибо, Нигина. И умная очень. Догадалась. Очень-очень умная, да? Да, ты думаешь, догадалась? Она сказала, вы на громкоговорителе стоите, я себя слушаю. Ну. Так. Теперь рандомайзером го. Ты хочешь помочь собакам, даже если выполнил? Конечно. Стоп, вы же сказали, нельзя. Или может, балл нету. Ну пусть задонатит. Ну да. Балла не будет. Да, задонатит. Но 3 балла ты уже себе заработал. Окей. 8. О, как раз. От 1 до 100. До 100, да. Go. А ты включил запись экрана? Да, да. Чтобы мы доказали нашим зрителям. 43к и донатил. 43 тысячи. Хайоту, не хайоту. Хайот сейчас будет. Будет сейчас хайот. Сейчас будет хайот, но это приют. Это приют хайот. Хорошо. А куда, кстати? В Пэйми есть? В Пэйми зайди. Не напиши. Хайот. Куда? Где? Сейчас. В поиск. Стоп. Оплата. Все. Поиск. Пиши. Хайот. Да. Жизнь. Вот. Это они, да? Да. Приют, жизнь. Чего у них нарисовано? Сердечки, наверное. Собачки и кошечку. Ой. Я аж вспотел. Все. Баха топ. Баха топ. Теперь твоя очередь. Открывай карточку. Гухус. Посмотри, что ты написал. Давайте посмотрим. Yes! Да, давай посмотрим, да. Давайте посмотрим, что Садик написал. Он лайкнул. Блин, там вопрос. Вопрос. Понятно. Я думал, лайк поставит. Блин. Он даже не лайкнул. Вопрос. Ну, напиши что-нибудь. Скотчи. Буду писать. Ну, окей. Тоже вопрос. В смысле? В смысле? Жестко. Я думала, понимать шутки, ну ладно. Здравствуйте, можете сейчас говорить? Нет, не могу. Меня зовут Малика, у моей мамы есть элитный... Ну зачем? У моей мамы есть элитный бутик женской одежды. Мы выбрали именно вас для съемки показа нашей... Новой коллекции одежды. Вам нужно будет прийти в наш филиал в ТЦ «Ривьера», примерить нашу одежду и попозировать для нашего инстаграм-канала. Такси туда и обратно мы оплатим. Что скажете? Что скажете? По-моему, нормально. Либо у нас есть доброе дело. Задонатить благотворительному фонду «Мехерли Куллар» 100 тысяч су. Давай звони. Интересно же. Тем более тут не написано, какая Малика. Что Малика? Вот. А, да. Малик, кстати, много. Да. Абахутов один. Надо было продумать это. Нет, почему? Я Малика Хафизова такая. Блин, он ответил Павел. Павел Ким ответил? Что? Ха-ха-ха, давайте собачка с вас. Я же сказала. Я сломал что-то. Я же сказала, Паша поймет. Халиков правильно? Халиков. Халиков. Не бегает. Еще раз. Да, давай. Позвони, попробуй еще раз. Если нет, то Бигзоду Касымову звоним. Ну лучше ему Хайоту позвонить. Тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете сейчас говорить? Да. Меня зовут Малика, и у моей мамы есть элитный бутик женской одежды.
Мы выбрали именно вас для съемки показа нашей новой коллекции одежды. Вам нужно будет прийти в наш филиал в торговый центр «Ривьера», примерить нашу одежду и попозировать для нашего инстаграм-канала. Такси туда и обратно мы оплатим. Что скажете? Еще раз можете повторить? Просто не слышал. Какой-то конкурс? Алло. Алло, да-да-да. Можете? Да-да-да, конечно. Я говорю, меня зовут Малика, у моей мамы есть элитный бутик женской одежды. И мы рассматриваем вас в кандидаты для нашей съемки показа новой коллекции одежды. Вам нужно будет прийти в наш филиал в торговый центр «Ривьера», примерить нашу одежду и попозировать для нашего инстаграм-канала. Такси туда и обратно мы оплатим. Что скажете? Я, к сожалению, сегодня уезжаю. Я буду в торговце. Ну, мы такси оплатим. Не-не, спасибо. Просто я сегодня уезжаю. Давай, уезжаю. Все. Завтра. Поэтому, к сожалению, не смогу. А то бы с удовольствием. Спасибо большое вам. Женская одежда с удовольствием. Он не услышал. Ты так быстро. Момент женской одежды он не услышал. Он услышал. Он не знал, как это честно, чтобы было понятно. Повторил. Спокойно надо было так. Извините, что? Элитный бутик женской одежды. Поэтому он наверное спросил. Окей. Донатить будем? Ты можешь выполнить за нее. Давайте я... И сколько я получу? Один балл? Я хочу! И ты победишь. Сейчас у вас ничья. Почему у меня не слышишь? Я говорю, я хочу. У тебя нет права. Почему у меня нет права? У тебя нет права? Он женщина. Выполняет свои. Так я уже, по сути, выполнил до этого. Нет, другое задание. Но вот прикол в том, что ты выполнил это и выполнил это. У нас по-любому ничья будет. Но почему-то я не могу. Потому что мы оба выполнили. Нет, если хочешь задонать приюту Хайот 100 тысяч и выполни задание. Но ты не выполнил. Какое задание? В прошлом раунде. Да, кстати. Один для одного балла. Да, кстати, да. Ну, давайте. Что там нужно сделать, чтобы я выиграл? Донать Хайот. А чё мы... Не, давайте Мехар Кулар... А чё мы этот, их обделили как-то? Ну, обделили. Ну, ладно, донатьте. Донатьте Мехар Кулар. Да, держи 100 тысяч. Ты нашёл? Мехар Кулар. Уа, имя кем? Имя своё пиши. А, её напишу что? Окей. Пиши своё, какая разница. Да, пиши. Малика. И телефон напиши. Ему придет, да? Мы сейчас кому-то... Не знаю. Номер? Нет, это... Это на такси попал. Да, это вам на такси, да, приезжайте. Это Михар Лихуляр. Какой номер у тебя? 100? Пошел. У меня как раз налички не осталось. Отлично. Мы помогли друг другу. Да. Мы помогли и собакам, и Михарли Хуллар. Хоть что-то хорошее. Да, вот ты обналичил деньги? Да, я искал банкомат. Тут нет на твоем районе вот нигде банкоматов. Банкомат. Ты проиграл, ты проиграл в сегодняшнем нашем в первом выпуске передачи Comment Out. Мне не жалко. Победителем. Проигрывай словом. Победителем слабо является Малика Хафизова. Да. Поздравьте ее в комментариях. А сейчас обижайте. Бахтиер, Бахадыр, Мамаев, Бахатоп и просто известный в узких кругах пацан засунет в рот 5 чупа-чупсов. 5. И один в подарок. Тебе. Открывай. Так их 5, спасибо. А один подарок. Один в подарок. Пусть тоже пососет. А что не больше сосал? Дай снять, пожалуйста. По бокам. Зайчику. И пятый. Последний. Ты еще стихотворение будешь говорить? Да, это было бы легко. Посмотри в камеру. Больно? Нормально, читай. Теперь ты знаешь, каково это.
Салфетку да. дай. Мы все сосем. Везде всегда. Когда где целишь? А кто? На ныне. Видал, он. Вида много не вида, когда сосали только вы. А мы сосем за годом год. За часом час того не знаю. И мономорский, кто могуч, дает сосать тем, кто слабее. А все устраивает путь, когда совсем осатанеют. Итак, спасибо, что смотрели первый выпуск нашего шоу Comment Out. Если вы достаточно популярны и не боитесь опозориться перед своими друзьями, то пишите в комментариях, и, возможно, мы вас позовем во второй выпуск. Пока! Люблю Джонку.